Кликов. Гусев быстренько на вершину, на Поленкова. Через Бурдасова могут разыгрывать. Нет, разыгрывают они через Гусева, это круто. Но вот, вот у них здорово, круто. Да, здорово получилось опять. Великолепный гол в большинстве. Все четко, классно разыграно. Кузьменко на Гусева, и Гусев уже замыкает практически пустые ворота. Да, классно разыграли. Я уж тут хотел опять заговорить о том, что Бурдасов меняет позиции. Мы знаем офис Антона справа, а тут он слева. Давай, а им не надо на самом деле ничего, да? Поленков, Бурдасов и Кузьменко на Гусева, да? Ну, не успел здесь Маклюков передвинуть свою клюшку. И в итоге передача доходит до Гусева. И Алкинора, видно, что этого не ожидал. Говорилось, что Гусев играет здорово, но не хватает заброшенных шагов. Так вот, выполнено. Так он тебя услышал просто. Услышал тебя. Бурдасов-Кузьменко в ассистентах. У Гусева 6-я заброшенная шайба и 22 набранных очка.